Наталья Королевская. Добрый день, дорогие ветераны Великой Отечественной. Добрый день, ветераны труда, дети войны, жители города Славянска. Я хочу от всей души пожелать вам мирного неба над головой. Я хочу от всего сердца сказать вам большое спасибо. Спасибо за то, что сегодня вместе, несмотря ни на что. И мы, как потомки победителей, никому не позволим не опорочить этот святой для каждого из нас день, не позволим переписать историю и не позволим оскорблять ветеранов. Потому что сегодня нам, как и тогда, в 45-м, нужна одна на всех победа. Победа над нищетой, бедностью и неадекватностью таких товарищей, которые сегодня позволяют такое непристойное поведение. Спасибо, что вы есть. С наступающим праздником! С Днем Победы!